сбежать. Чтобы сбежать из круга, нужно успеть, вот, нужно успеть кого-то стукнуть по руке. Если я задел, это рука на веревке, мы меняемся местами. Мы меняемся, да. Я стою щупальца, он должен сбежать. Если руку можно отпускать, но если веревка коснется земли, то если все трое... Если человек опустит руку на одной стороне, да, и она упадет вот так вот на землю, то все трое могут выйти. И зайдут новые. Зайдут новые. Так что натягивайте веревку, да? Цель игры, чтобы веревка не коснулась земли. Да, и чтобы вас, и чтобы вас не... Ну, сильно так не натягивайте. Не стукнули по руке. Руку нужно убирать. По руке сильно стукать не надо, да, достаточно задеть. А одной рукой... Можно одну руку, за одну руку, можно за две одну бросать. Руку. Можно одной, двумя. Давай, начинай. Осторожно, осторожно, осторожно. Раз, на веревке, пожалуйста, не виснуть. Потому что ваша задача всего лишь задеть кого-нибудь по рукам. Около одного не стоять, около одного не стоять. Ой.